Здорово, друзья, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас какое там 28 июня, 3 часа ночи, магазин обновляется. А это значит время прожать лайкосы и радоваться тому, что сегодня выйдет. Если будут чему радоваться, конечно, ожидаем. Итак, погнали, друзья, зыркать. Так, оп, пошло дело. Тут у нас ничего не... Да, ничего не поменялось. Ник, Marvel пошел. Эти страницы у нас были все. Лето. Лето. Мороженка был. Эти тоже были. Во! Дошли до того, что сегодня добавили. Это у нас до первого числа, друзья, будет. Вновь вернули нам прикольный скинчик Мидас вместе с его вот этим вот токсичным потусторонним стилем. Офигительно выглядит, классный скин. С кирочкой. Ну, блин, кирка не такая прикольная. Тут прикольный сам скин и прикольная, мне очень нравится обертка. Прикольная. Оберточка классная и скин кайфучи. По отдельности вместе все как всегда, ребят, выбор за вами. Закинули нам эмоцию, ракучная диска. Чё-то я такой не помню, возможно, новое. Пятый сезон, третья глава. Ну, это имба. Это имба. Мне нравится. Мне нравится. Закинули очень такой скин на любителя. Есть в обычном стиле, есть он законтуренный вместе с прикольной, с прикольным бэкпэком. Обратите внимание, у него в бэкпэке один меч, а кирки у него из двух мечей. Достается один с бэкпэка, один вот отсюда. Вот это забавно, я помню, за счет этого, ну, только ради этого тогда и купил этот скинчик, мне понравилась эта тема. Но сам скин, конечно, достаточно сомнительный. Также у нас отдельная кирочка, насколько я помню, это вообще от девахи с кирка. И вот такой дельтик, тоже у него стиль есть законтуренный, есть обычный. Девахи самой, кстати, нету. И эмоция жаркие ритмы. Хорошая эмоция. Эмоция классная. Так, дальше у нас утили. Это тостер, либо котейка из мусора собраны за полторашку. И вернули нам Бигфута. Бигфут, кстати, в свое время тоже летним скином был. Ля, лего стиль какой. Блин, лего стиль огонь. Забавно, забавно. Так, как вы помните, ребят, из бэкпэка, видите, что торчит, карасик. Дельтаплан в виде палатки. И, собственно, эмоция Бигфута в передвижении. Классная эмоция. Хороший скинчик. Опускаемся ниже. У нас настоящий фурор. Вернули опять воронье сердце. Хрен пойми, как эпики добавляют скины. То забирают, то возвращают. В общем, вернули опять воронье сердце. Здесь у нас рейд вновь вернулся. Эмоция спортивная походка. И эмоция низкий потолок. Опускаемся ниже. Здесь у нас пошли всякие лего движухи. Ну, как минимум, вот это вновь вернули, да? Не было этого, да? Металлика, понятно. Миллиард музыки, как всегда. Шкафчик Кликса. Машинки. Еще инструменты. Забавно, что вверху летние инструменты. Здесь такие инструменты, мелодии. И пошли комплекты. Че по комплектам? Комплектов новых нет, ребят. Если нужны какие-то комплекты, боевые, ой, боевые пропуска, стартер паки старых сезонов или какие-то наборчики, или просто вы баксики, не забывайте, Немагаз вам всегда готов помочь. Кстати, ребят, в Стиме там скидки пошли, летние распродажи. Если нужно пополнить Steam, точно так же Немагаз.com. Врывайтесь. Вам всем, друзья, спасибо большое, что посмотрели. Что интересного сегодня по мне... По мне. Я даже не знаю, что сегодня прям супер интересно. По мне, наверное, ничего. Бигфут? Бигфут прикольно. Бигфут. По мне Бигфут. Спасибо, что зыркали, ребят. Лайкос. Пока.